Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас самое время немного поговорить о летнем отдыхе, потому что остается 3 дня весны и наступит июнь. Я хочу сказать сейчас кратко о моем опыте отдыха на одном из островов Греции и приурочить эту информацию к тому, что 11 июня у нас начинается безвизовый режим со странами Шенгенского союза, и это определенным образом возымеет действие на планы наших сограждан на этот сезон, потому что раньше в достаточно большое количество стран Европы, где есть много пляжей, требовалась шенгенская виза. Не буду их перечислять, это многочисленные страны Средиземноморья, большие и маленькие. Когда мы устремлялись туда и покупали путевку в туристической фирме, нам оформляли визу за отдельные деньги, что требовало также и времени определенного. Если мы ехали дикарем, мы должны были идти в посольство и оформлять визу сами. Если мы пользовались какой-нибудь многоразовой шенгенской визой, мультивизой, тогда мы действовали по-другому, сами бронировали отель и уже ехали в любой удобный для нас день, при условии, что виза, срок ее действия простирается достаточно широко. У кого-то у меня было 5 лет было и поменьше было, вот, у кого-то год, но ею тоже можно воспользоваться. Но мы сейчас исходим из того, что после 11 июня, когда как раз начнется наиболее активный отпускной период, многие из наших сограждан захотят поехать куда-нибудь в Грецию, в Испанию, во Францию и не только, для того, чтобы отдохнуть. Им уже не понадобится специально тратить деньги и время на получение визы. Каким бы способом они ни воспользовались, будь то туристическая фирма или самостоятельный вояж. Единственным условием является обладание свежим биометрическим паспортом Украины, загранпаспортом. Итак, сегодня я хотел бы сказать только об одной точке, в которой я был. Из тех мест в Греции, где я бывал и отдыхал, я сейчас буду говорить об острове Родос, о местечке Кримасти и также отчасти о самом городе Родос, являющемся как бы столицей этого административного подразделения острова Родос в Греции. Это Средиземноморье. Более того, там, конечно, море называется, строго говоря, по карте не Средиземным. Там даже есть одно место, где сходятся два моря вместе. Эгейское, там есть, вы знаете, что и Ионическое, по-моему. То есть это не проблема проверить, как это все называется. Но я хочу сказать о городе Кримасти. Сегодня там температура воды 21 градус, если взять так у берега после обеда. Но сегодня 27 мая. А что касается периода после 11 июня, то я гарантирую вам, что температура будет не меньше 24 градусов. Более того, в августе, например, там температура в среднем 27 градусов у берега воды. В среднем. Конечно, прекрасный сухой жаркий климат, ясное небо, но должен сказать, что песчаных пляжей я там не видел. Я жил в местечке Кримасти, может быть, поставлю фото на, так сказать, заглавное изображение этого видеоролика. Я именно туда ездил с помощью туристической фирмы. В Афины, например, там, на Пелопоннес, я ездил сам. А сюда я ездил с помощью туристической фирмы. Мне выдали достаточно увесистые цветные такие вот путеводители, перечень экскурсий. Вот, и еще кое-что. Я разместился в апартаментах, что для меня очень удобно и что для Родоса является очень распространенной формой поселения. Поселившись в апартаментах, вы имеете возможность себе готовить ужин или обед или завтрак, отовариваться в каком-нибудь облюбованном вами ближайшем супермаркете, также присмотрите какую-нибудь ближайшую овощную лавочку, сырную, может быть, лавочку и какой-нибудь частный магазинчик, чтобы вы знали, какие есть альтернативные варианты, может быть, разные цены и разный ассортимент. Поэтому думаю, что в первый же день вы сможете для себя определить, что, где и почем покупать. Обязательно попробуйте сыр фета, запаситесь оливковым маслом, делайте салаты, покупайте чудесные местные огурцы, которые имеют вкус арбуза, также другие овощи и фрукты. И, конечно, некоторые другие кисломолочные, греческие знаменитые продукты, йогурт, сыры. Это говорю тем, кто употребляет такие продукты, я нет. Вот, и думаю, что вы останетесь неравнодушными, но песчаных пляжей я там не видел. Значит, желательно тапочки и так далее. В основном пляжи бесплатные, есть гостиницы первой линии, есть
Но это не самое большое благо, поскольку все равно очень приятно ходить и как-то тратить какие-то калории, потому что если вы находитесь в гостинице на первой линии, да еще не дай бог у вас какой-нибудь там полупансион или полный пансион, вы превращаетесь в животное, которое привязано к кормежке и к месту. Вот. А так вы, может быть, даже худеете, может быть, вы, так сказать, осуществляете мацион, особенно если по дороге из вашего отеля к пляжу есть нужный вам магазин, один или два, еще какое-нибудь полезное заведение, так получается, что вы передвигаетесь и живенько так отдыхаете. Потому что максимально пассивный отдых с привязкой к пляжу и ресторану, я прямо-таки опасаюсь его, потому что он как бы немного отупляет, я бы сказал даже. Вот, что касается температуры воды, я вам дал короткую справку. Что касается сообщения с Родосом, то имейте в виду, что существует в сезон достаточно много прямых чартерных рейсов из Киева, думаю, что не только из Киева, из многих городов России, из нескольких городов России, и думаю, что еще из какого-нибудь города Украины, кроме Киева, тоже обязательно это предусмотрено, особенно в сезон, если речь идет об июле и августе, но тогда, конечно, цены будут чуть повыше. Смельчаки, конечно, могут отправляться туда хоть завтра, потому что если вы застанете температуру воды в море плюс 22, почему бы не купаться, почему бы не наслаждаться летом. А погода и температура воздуха там в полном порядке уже сегодня, так что не волнуйтесь. Есть люди, конечно, у которых стоит шенгенская виза, и вместе с тем они обладают уже новым биометрическим паспортом, или она у них стоит в биометрическом паспорте мультивиза. Ну, такие тоже, конечно, могут поехать. Но те, у кого биометрического паспорта нет вообще, но те, кто любит путешествовать при этом, не забудьте как можно быстрее обзавестись биометрическим паспортом, потому что вам придется подождать, пока вам его выдадут. Это случается не мгновенно. Даже срочные тарифы все равно предусматривают какое-то ожидание. Вы за день-два вы никогда не оформите себе ничего. Вот, так что предлагаю вам одну из таких точек как вариант в начале сезона отпусков. Если же вы не думаете о Греции, подумайте о чем-нибудь другом. Еще есть время. И именно сейчас, начиная с сегодняшнего воскресного дня, когда вы можете провести небольшой семейный совет или осуществить серфинг в интернете, собирая потихоньку данные о каких-нибудь турах, ценах, отелях и курортах, которые могут вас привлечь, и особенно если они находятся в шенгенской зоне, тогда самое время уже обдумывать потихоньку эти шаги по вашему оздоровлению, шаги, которые будут сделаны навстречу вашему отдыху в текущем году. Что ж, это важный момент, и я всегда посвящал немало времени тщательной обработке информации, для того, чтобы потом не попасть впросак, не потратить лишних денег и вообще в поездке в новую точку, в зарубежную страну, какую-то для вас информация – это почти оружие. Каждый раз она позволит вам сэкономить время, сэкономить деньги, как бы обеспечить выполнение, как это сказать по-русски, с правовой точки зрения, не попасть впросак также, но я не помню, дотримание ваших прав обеспечит, да, и все прочие полезные советы для того, чтобы вы не оказались в растерянности. Что касается города Кремасти, он находится очень-очень близко от аэропорта. Я ходил просто пешком. Аэропорт так и называется Родос, потому что он по имени одноименной столицы. Вот, когда вы доезжаете в город Кремасти, вы можете туда доехать на чем угодно, на рейсовом автобусе, на такси или на том автобусе, который осуществляет трансфер для групп туристов, прибывающих с подачей туристических фирм. Ну, в любом случае, конечно, дорога в аэропорт никогда не представляет собой какую-то особую непреодолимую сложность, потому что турфирма вас обеспечивает всем этим, а если уже вы едете самостоятельно, то вы без труда выясняете способы трансфера из аэропорта путем двух-трех кликов и тоже приезжая, знаете, куда вам садиться и как ехать. Просто в данном случае ехать придется совсем немного. Ну, я не знаю, там хорошая легковая машина, наверное, мчится туда минут 8-10. А также есть автобусы и в сам город Родос, в столицу, как из аэропорта, так и проходящие автобусы из Кремасти. Вы можете выйти, подождать немного этого автобуса, на остановке расписания не будет, но ожидать можете смело, поскольку
все это будет в пределах разумного. И отправьтесь, пожалуйста, в этот город, в столицу Родоса. Посмотрите, какие там замечательные крепостные валы, такие большие вокруг старой столицы. Какие там сувенирные лавки, море, порт, старая часть города, парки и так далее. Я с удовольствием там гулял долго. И из Кремасти туда ехать, наверное, на автобусе не более минут 50. Правда, довольно много публики ездит по этому маршруту, даже не в сезон, между нами говоря. Но не беда. Билетики продаются не в салоне автобуса, а в таких магазинчиках, вроде «Союз Печати», где продаются пресса с сигаретами и чем-то еще. Вот такие есть магазинчики, их хватает, в общем-то. Но обзаведитесь билетами заранее. Вот у меня даже хранится очень красивый билетик из Родоса, поскольку я иногда люблю сохранять красивую печатную продукцию такого рода. Билеты на транспорт из всех стран мира. Вот мы говорили о городе Кремасти, остров Родос, Греция, а также напоминали о том, что самое время планировать ваш летний отдых. И если он предусмотрен в Европе, значит подумайте о биометрическом паспорте, поскольку с 11 июня вступает закон о безвизовом пересечении границ гражданами Украины в страны Шенгенского соглашения. Будьте внимательны, изучайте информацию и желаю вам прекрасного лета. Спасибо всем за просмотр. Счастливо!